такой вот нескромный ножик. Ну, в соответствии с маркировкой, перевозочная компания — это Китай, иероглифы, соответственно, телефоны для связи. Олень, аллигатор, пантера, акула. По этой маркировке сотрудники таможни различают холодное оружие. В заводской упаковке и ножнах опасный груз. Его водитель фуры перевозил по документам, как кухонные ножи. Во время досмотра обнаружили партию в 17 тысяч экземпляров. Согласно накладной, в машине также находились товары народного потребления. Товары находились в голове, скажем так, грузового отсека и были со всех сторон заложены детской обувью. Тапочки домашние. В ходе проверки пока выявлено, отнесено к холодному оружию порядка, как я и сказал, 1676 единиц. Проверка еще проводится. После товар конфискуют, а материалы дела об административном правонарушении передадут в правоохранительные органы. Елена Малютина, Максим Гусев. События.